Всем привет! У нас сегодня каштаны в духовке. Начинаем. Каждый каштан нужно надрезать с плоской стороны, крест-накрест. Делать это лучше ножом для хлеба, вот такой с зубчиками. Я по старинке вот так вот делаю. Разрезаем вот так вот. Можно так оставить, а можно еще раз на крест. Высыпаем форму, в любую, какую вы хотите. Распределяем в один слой и ставим в духовку 200 градусов на 30-35 минут. Вот они, красавчики, раскрылись. И теперь нам нужно? Нам нужна соль, желательно крупная. У меня очень крупная, поэтому я ее немного измельчу. Зато морская. Да. И можете еще сливочное масло использовать. Очень-очень вкусно. Ну и для любителей выпить есть такой напиток жорпига. Такой сладенький, очень сюда подходит. Всем приятного аппетита. Пока.